Ребят, привет! Сегодня прекрасный солнечный день. Вот, с Юрой вышли прогуляться. Собираемся дойти до древнего городища Пинчуари. Не знаю, там Юра подсказывает мне, что 5-8 что-то век основания. Но там, в общем-то, сейчас какие-то раскопки даже велись. И вот по пути попали в лягушачье царство. Слышите, да? Вокруг все квакает. Это как раз лягухи. Живописная дорожка, сосновые такие леса. Весна полным ходом наступает, видите, подсохли болота, можно уже ходить как-то, цветение. Цветения очень много, сейчас очень красиво в Грузии. Дорога изменилась, вот такая вот пошла, уже похуже. Старая дорога какая-то. Да. Мощенный. Сейчас посмотрим, куда она нас выведет. Единственное, что беда, везде свалки вокруг. Это Грузия. Надо, как бы там не воспалялись умы патриотов местных, но, ребята, извиняйте, что есть, то и есть, то и снимаем. То и имеем. Да. Дорожка еще раз поменялась, стала еще уже. И посмотрите, какие заросли ежевики везде. Вот это все вот ежевика, она шипастая, колючая, шипы здоровские на ней. Дошли мы до основного места, вот здесь вот видите, велись какие-то раскопки, что-то тут отмечено. Видимо, снимали грунты, что-то здесь искали. Ну вот Юра говорит, ну он мне показывал, нашел здесь несколько глиняных черепков от древней какой-то посуды. Ну, сейчас посмотрим, может, что-нибудь еще попадется нам интересное. Ну, вот, смотрите, наша первая находка. Юра сразу же нашел опять черепок от какой-то глиняной посуды. С рифленочкой вот такой вот. То есть, все говорит о том, что здесь было древнее поселение. Вот еще, смотрите, видите, элемент, походу, какой-то посуды. Скорее всего, это была ручка. Может быть, чашка когда-то была или еще что-то такое. Но достаточно интересно. Дорога тоже, возможно, была какая-то древняя, потому что, видите, мощена камнем. И вот такое вот обилие цветов. Просто везде на дороге встречаются такие кусты. Что за цветики, не знаем, но красиво смотрится. Такие вот цветы попались, тоже достаточно много их. Покрупнее уже. Такой вот пень. Видите, какая структура дерева интересна. Сколько у него годовых колец, если посчитать, сколько потребовалось дереву, чтобы вырасти. И как его одним махом спилили. Даже бабочки появились. Залетали. Тоже радуются весне и солнцу. Сейчас покажу. Ага, не могу в камеру найти. А, вот она. Видите? Вот она, бабочка желтого цвета. Знакома нам уже река Чалакина, которой я тогда был, когда возвращался из парка «Грузия в миниатюре». Такая вот речка. О, лягухи с берега прыгают. Ныряют. На солнышке грелись, я их согнал. Вот такие цветочки тоже интересно встретились. Вот это я не знаю, что такое, но похоже на ландыш. А вон те вот нарциссы. Вот еще к слову о весне и цветению. Видите, какое дерево. Абсолютно все в цвету. Все беленькое. Просто замечательно выглядит.
И все это цветение и тепло вот на фоне таких снежных гор. Эти вершины еще в снегах. Местные гулёны. Привет, корова. Ох, тут сколько. Вот кто подстригает газоны в Грузии. Вот куда мы ходили, Кабулети, Пинчуари, археологическая вот это, в общем, комплекс, да. Перебрались работать на новый объект, тоже в Батуми. Вот здесь вот нужно сделать потолок, утеплить и подшить вагонкой. Вот готовлю вот такие вот штуковины, перекладина. И вон столб валяется металлический, срезал. Говорят хозяева, что его не надо. Вот здесь вот он был. Вот такие вот виды. Там вот Батуми. Но это тоже все Батуми. Смотрите, какое цветение началось. Весна, всюду все распускается. Видите, какая красота. Смотрите, ребят, какая красота. Погода солнечная, все расцветает. Вообще все расцвело. Просто суперски выглядит. А вон там, вон за домами, видно даже море. Целое поле нарциссов. Акала. Еще и каллы, да, расцвели белые среди нарциссов. Ребята, приобрел себе палатку Декатлон. Вот поставил, приехал во дворе у себя у дома. Ну, собаки, конечно же, сразу прибежали исследовать. Двушечка такая вот. Здесь вот внутри ничего особо нет. Крючок под фонарь и два кармашка под вещи. Вот так вот она выглядит без верхнего тента. Две сетки вентиляционные. Эта ткань дышащая должна быть. В общем, сижу, ребята, отмечая свое приобретение кофеечком. Вот. Но это уже второе приобретение у меня, палатка. А так я еще прикупил себе и ноутбук. В общем, зима в Грузии прошла не зря. Я подготовился к дальнейшему путешествию. И будем уже через 3 недели выдвигаться в Турцию. Вот мой ноут, который я прикупил, HP. Правда,
немножко с дефектом, он бэушный. Видите, вот здесь вот крышечка потеряна. Вот в этом месте. Ну а так, в общем-то, мне хватает для моих дел, для видеомонтажа. Так что все, ждем, как говорится, 12 апреля. Именно до этого момента у меня проплачена здесь комната. И выдвигаемся в путешествие. Ну а пока еще, может быть, попутно где-то получится поработать. Еще чем-то позаниматься. В общем, поживем, увидим.